Привет! Ну что, друзья, у нас с вами сегодня уже появился новый генеральный прокурор, но я хочу начать не с этого, а начать с того, что мне действительно понравилось. После скандала с Коломойским, который, как вы знаете, как я вам показывал ранее, повышал цены на перелеты в МАЛ до 12 раз, Владимир Александрович Зеленский сделал, как по мне, абсолютно правильный шаг, вызвал в тот же день, во время скандала, всех ключевых олигархов страны, всех, за исключением Порошенко, как бы намекая на том, что с этим человеком, с этим конченным человеком уже не о чем говорить. Это, безусловно, решение достойно похвалы, собрать воедино всех самых влиятельных людей страны, и, цитирую Зеленского, «я настаиваю, чтобы вы помогли сейчас». То есть в ультимативной форме заставить олигархов не обогащаться, а помочь стране в столь тяжелую минуту. И в подтверждение того, что Порошенко гораздо только на то, чтобы гадить, послушайте вот это. Мы вымогаем від влади чесно і відверто інформувати населення про перебіг подій і про те, яким чином будь-якій людині сьогодні діяти в цій ситуації. Бо на сьогодні це інформування станом на цю хвилину, на жаль, провалене. Це парахобот Герасимов, і йому не нужна правда. Він просто хоче лгати. Лгать, чтобы снизить рейтинг Зеленского. Потому что каждый из вас прекрасно знает, что включаешь любой канал, коронавирус. Про то, как вести себя в коронавирус, мыть руки, бла-бла-бла-бла-бла-бла, куда обращаться, в интернет заходишь, газеты, везде только одна тема, как уберечься от коронавируса. Да что уж говорить, я там проходил в небольшом городке, возле монитора, и даже на этом мониторе, на котором всегда была реклама, там рассказывали, как уберечься от коронавируса. Чому вони не надаються людям? Саме тому Європейська солідарність вимагає від влади терміново забезпечити населення безкоштовно, підкреслюю, безкоштовно масками, антисептиками та тестами на коронавірус, щоб кожен бажаючий міг швидко, терміново і безкоштовно зробити цей аналіз. Ну вот опять наглая манипуляция, потому что этот прохобот прекрасно знает, что большинстве стран Европы не хватает масок защитных, что нет в большинстве стран Европы тестов на коронавирус, и просто-напросто он таким образом в очередной раз пытается, скажем так, ставить подножку власти, показывая, что вот вы не выдаете маски, значит вы неэффективны. Знатися, чи будуть розслідувані та підписані підозри, які були в Генеральній прокуратурі за попереднього генерального прокурора, в тому числі направлені з Державного бюро розслідувань щодо п'ятого президента Порошенка, чи підпишете ви ці підозри? Все, що може бути швидко і законно завершено, все буде швидко і законно завершено. А далі ми прекрасно розуміємо, що як слідчі, так і прокурори є незалежними суб'єктами, і вони будуть рухатися в цих справах абсолютно незалежно, абсолютно професійно рухатись. Намек понял. Ну что, друзья, новый генеральный прокурор дал четко понять и намекнул, что дела против Порошенко таки будут двигаться. Ну, посмотрим, как это все будет. Но очень бы хотелось, чтобы вот этот генеральный прокурор, первый в Украине прокурор-женщина Ирина Венедиктова, была очень похожа на большую умницу Лауру Ковыши. Пока! Знакомьтесь, Лаура Кадруца Кавеши. За 5 лет работы на посту прокурора храбрая румынка завела 1500 уголовных дел на коррупционеров всех мастей. Только за 2016 год Лаура завела дела на 3 министров, 6 сенаторов, 11 депутатов, 47 мэров, 16 судей, 21 руководителя госкомпаний и отблагодарила президента, назначившего ее на пост генерального прокурора, посадкой с конфискацией имущества его родного брата. Хороша чертовка.